Надо ощутить, что вы с костюмом единое целое. Это симбиоз. Костюм обладает мощью. Человек управляет этой мощью. Нужны скорость, внимательность и больше всего, пожалуй, точность. Учись мгновенно, на один счет, менять размеры. Пусть они всегда служат твоим целям. Нырни-ка в замочную скважину, Скотт. Подбежал, уменьшился. Влетел, увеличился. Пока ты мал, вся мощь твоего тела будет сосредоточена в ударе микроскопического кулака. Ты словно пуля. Переборщишь, кого-нибудь убьешь, слабее ударишь, тебя прихлопнут. Значит, нужно учиться бить. Я в тюрьме 2 года провел. Я умею. Показывай. Безобразно. Может, ты мне покажешь? Давай. Вот так примерно. Давно ждала этого удовольствия. Я ощутил. Хоуп обучалась боевым искусствам в нелегкое время. Нелегкое время — это когда погибла мама. В результате авиакатастрофы. Не хочешь сказать правду, так хоть перестань лгать о том, как она умерла. Мы заняты. Ну что, принцесса, продолжим работу. А ты вообще в ладонь метила? Послушайте, я вижу, этот ваш регулятор немножечко... Оставь в покое регулятор. Испортишь, он потом тебя уменьшит до субатомных размеров. И что будет? А то, что ты окажешься в квантовом мире. Допустим, и... Ты попадаешь в абсолютно иную реальность, в которой понятия пространства и времени меняются в корне. Ты уменьшаешься на веки вечные. А все, что тебе дорого, навсегда... остается здесь. Круто. Я не успел испортить. Мало знать костюм, ты еще должен изучить своих главных союзников. Муравьев. Верны, отважны и всегда с тобой заодно. Паратрихина лонгикорнис. В обиходе безумные муравьи. Очень подвижные и проводят ток. С их помощью можно эффективно выводить из строя электронику. Ну какой же ты безумный. Привет! Всем потяга. Они меня затоптать хотели там. Так, похоже, у лаборатории имеется своя электроподстанция. Рядом круглые сутки находится охранник. Придется его снять, чтобы выключить систему наблюдения. Ага. Ну, кто следующий? Парапанера клавата. Знаю, помню. Тропический вид, укус невероятно болезнен. Привет! Помните, это я был в пижаме. Желтый шершень хранится в герметичной камере, куда можно проникнуть лишь посредством воздушной трубки диаметром 5 миллиметров. Вот интересно, почему похолодело в животе? Подступ перекрыт лазерной решеткой. Ее мы можем отключить лишь на 15 секунд. Ты должен дать сигнал безумным муравьям, чтобы они сожгли сервера, а сам забрать костюм и выбраться, пока питание не восстановит. Кампанутус пенсильваникус. Также известный как муравей-плотник. Идеальный наземный и воздушный транспорт. Погодите, я же его знаю. Я буду звать тебя Энтони. Хорошо, что ты так настроен, поскольку теперь сам будешь учиться управлять им. Заставь их опустить кусочек сахара в чашку. О, Бобо сделал.